спешим, мы торопимся жить в мире будничной прозы. Время мчится сквозь нас и диктует законы свои, но мы ищем ответы на вечные наши вопросы. Смысла жизни и счастья, свободы, добра и любви. Вместе с нами миры Достоевского, Пушкина, Блока. Тихий шелест страниц, над которым негласны года. Мудрость чутких сердец, сила слова и тайна истока. Это книги, тот праздник, который с тобою всегда. Кто придет, чтоб помочь молодым и неопытным душам? Кто сумеет открыть притягательный мир красоты? Книгу с полки возьмем, тишину на мгновенье нарушим и постигнем величие судеб, реальность мечты. Вместе с нами миры Достоевского, Пушкина, Блока. Тихий шелест страниц, над которым не властны года. Мудрость чутких сердец, сила слова и тайна истока. Это книги, тот праздник, который с тобою всегда. Словно храм, за читальный открыт стали книги. Ясные строки Толстого и Тютчевский стих, как связующий мост, приближающий новые дали, устремленный к бессмертию великих деяний людских. Вместе с нами миры Достоевского, Пушкина, Блока. Тихий шелест страниц, который с тобою всегда.